ITV. Come on in. Мы охотимся на серийного убийцу. Тебе правда не нравится доктор Мар? Беттон. У него, блин, фотографии Беттон в ноутбуке. Я знаю, что ты была в моем доме. Иви! Джонджу убили в другом месте и выбросили. Мы нашли фургон. Найдите кадр с его лицом получше. Найти этого человека – задача номер один. У него мозговая аневризма. Ты звонила, Беттон? Я ей шлю смски. Диплом не дается в нагрузку к The Bundy. Приятно, когда в доме есть с кем поговорить, а из сына слова не вытащишь. Копы расспрашивали тебя о мистере Петри? Немного, а что? Поведение Бакстера по отношению к тебе беспокоит. Если бы ты мог дать сдачи, опиши, что бы ты с ним сделал. Найди сайт «Адмирал-3Икса» и получи 1000 рублей на игровой счет. Эй! Какого черта ты делаешь? Я просто пришел забрать телефон. Вот, извини. Петри подаст иск? Мы пока не знаем. Меня уволили? А ты как думаешь? Я все еще могу помочь. Ни в коем случае. Ты не можешь помешать мне искать убийцу. Я могу тебя арестовать. Тебе нужно надавить на Петри. Ты правда уверен, что это он? Ты же видела его на допросе, он был загнан в угол. Но выбрался из него, так ведь? Когда тело Джонджа выпало из фургона, весь город при этом был, и это главная победа убийцы. Он попытается превзойти это. Почему он не останавливается? В теории. Он не возмещает ущерб. А этот невероятный прилив могущества сходит на нет. Он должен сделать это снова. Тогда мне пора браться за работу. Тебе приказали меня уволить? Нет, это решение я приняла сама. Лорен. Я тебе нужен. Ты это знаешь. Мне никто не нужен. Оставь свой пропуск.
Ты же должен лежать. Умираю, чаю хочу. Конечно. Тебе не спится? Прокручиваю в голове все дело. Почему мы его не поймали? Куда отвезли Лейтона? В тюрьму Шотс. Квигли послала пару детективов допросить его. Она считает его убийцей. Она осторожничает. А что с тем другим? Тенчем? Он неподозреваемый. Живет в хостеле. Железное алиби на все убийства. Ты сказала Квигли, что Лейтон рисковал жизнью? Ты это не забыл? Нет, конечно. Ты помнишь, как в чем ты хотел признаться? Так в чем? Только не нужно меня ненавидеть, Энни. Вчера я правда думал, что умру. Теперь я обеспокоена. И я подумал. Вся твоя жизнь сплошная ложь. О чем ты говоришь? Я никогда не видел лохнесское чудовище. Что? Я это выдумал, чтобы привлечь к себе внимание. И это все? Да. О, Господи. Алан, ты думал, что твои рассказы о Нести делают тебя завидным женихом? Ну. Это единственная хорошая новость на этой неделе. Ой. Ой, извини. О, Десси дома? Зачем он вам нужен? Я обхожу всех старшекурсников, сообщаю то, что все возвращается в норму. Кафедра географии запланировала экскурсию на гидроэлектрическую дамбу. Я хочу выяснить, сколько человек поедет. Можно мне с ним поговорить? Пришел мистер Петри. Нет, не вставай, пожалуйста. Спасибо. Итак, Десмонд, ты хоть представляешь, как далеко от берега отплыл? Тебе нужно было лишь попросить. Мне нужно 80 фунтов. Я всегда за тобой присматривал. Так ведь? Десси? Да. Нам нужно держаться вместе. Это не я. Конечно же нет. Я ничего об этом не знаю. Десси, можно тебя на минутку? Можно воспользоваться вашим туалетом? Он наверху. Иди сюда. Почему вы шептались? Нет, мы не шептались. Я стояла за дверью и не слышала ни слова. Мама, Бога ради! А вот и Киран. О, извините, мне нужно бежать. Увидимся позже, ладно? А, Киран! Ты же изучаешь географию, да? Да. Сегодня днем экскурсия на дамбу, идешь? Конечно. Молодец! На меня только что Петри наехал. Значит, Крак Петри все еще подозреваемый? А есть основания исключать его? О, глядите-ка, хорошие новости. Офис шерифа дал ордер на обыск дома доктора Марра. О, Джейсон выглядит довольным. Не хочешь нам сказать, почему? Да, но... Марр уволил Найла Свифта, а Джонджа сбросил смс-ку дочери Энни, в которой говорил, что у него есть компромат на Марра. Именно. Доктор Марр — фигурант дела.
Итак, вопрос. Есть ли связь между Найлом Свифтом и Джоном Джозефом Паттерсоном, о которой мы не знаем? Вы можете еще раз проверить их контакты? Так вот, пришли результаты по исследованиям ДНК жителей Лохнафоя от 24 до 44 лет. Пусть вас не обманывает моя лучезарная улыбка, совпадений по сердцу нет. Прошла уже неделя с тех пор, как человеческое сердце выбросили на берегу. Детектив сержант Редфорд. Фотографию разослали по всей стране. Он был за рулем фургона, в котором нашли Джонджо. В гараже его никто не узнал, он не платил кредиткой. Чуть позже мы получим данные по машине. Мы смотрим на убийцу? Пока мы не получим анализы мочи, стопроцентной уверенности быть не может. Но головные боли, тошнота, размытое зрение — это все симптомы при эклампсии. И что нам делать? Ну, я позвоню и закажу койку в родильном доме. Больница не вариант, ты это знаешь. Ты понимаешь, насколько это серьезно? Я не хочу это слышать. Дон. Вы рискуете жизнью ребенка. Не читай мне нотации. На колени. Открой Башире. Открой свой дурацкий рот. Моли о пощаде. Десси? Да? Десси, ты готов? Да. Тебе пора выходить. Хорошо, мам. Приветик, это Бетон. Пожалуйста, оставьте сообщение. Приветик, Бетон. Это снова Иви. Наконец-то я получила свой телефон. Не знаю, пыталась ли ты дозвониться. Ну да ладно. Я просто хотела спросить, вернешься ли ты на похороны Джонджо? Я тут с ума схожу. Мне все время кажется, что доктор Мар как-то связан с этим. Позвони мне. Пожалуйста. Как ваш муж? Он в порядке? Спасибо. Это просто смешно! Вы меня не слушаете. Мне нужно поговорить с вашим начальством. Какого хрена ему надо? Вчера со мной обошлись как с дерьмом. На меня напали в комнате для допроса. Дальше я займусь. А, вот и она. Вы должны сделать заявление. Вы должны четко объяснить, что я не подозреваемый. Вам нужно успокоиться. В меня только что стреляли. Я был на пробежке, и кто-то пытался меня убить, потому что вы сделали меня мишенью. Где это было? Возле фермы Макгрелиша. Было похоже на ружье. 4 выстрела. Это ферма. Вы уверены, что стреляли в вас? Да ладно вам. Смотрите, я нашел пулю в поилке позади себя. Пролетела в нескольких сантиметрах. Я пошлю офицера. Да, обязательно. Утверждает, что в него стреляли, но не видел кто. Фирма Макгрелиша. Снова это имя? У Дона Макгрелиша есть разрешение на ружье. А у него есть причины стрелять в Петри? А вы видели Дона? Этого нам еще не хватало. Какого-то мудака, бегающего вокруг с ружьем. Вы проверите?
чем дело? Это чертова Энни Редфорд! Избавься от нее. А не то я за себя не отвечаю. Слушай, всего пару дней, и мы будем свободны. Но этого я не потеряю. Значит, ты нашел его? Я проверяю жалобу, Дон. Джентльмен утверждает, что кто-то стрелял в него, когда он был на пробежке. Да? Когда ты застрелил волка? Сегодня утром. В бегуна не попал. Убил волка. Дон, я не закончила. Люди слышат выстрел и автоматически думают, что целятся в них. И это не в первый раз. Покажи мне лицензию на оружие. Подожди здесь. Сколько времени это займет? Не могу сказать. Я должен сообщить пациентам. Нет. Это операционная. Это мне тоже придется забрать. Спасибо. Зачем он пришел сюда? Ордер на все помещения. Но что? Что он делает? Мы имеем право изымать все коммуникационные устройства. На этом ноутбуке конфиденциальные записи клиентов. О, извините. На все убытки вы можете подать заявление. Зачем вы так поступаете со мной? Кто вас подговорил? Довольно? Покажи мне ружье. Зачем? Хочу убедиться, соответствует ли оно лицензии. Тебе больше нечем заняться? Есть, и если ты покажешь мне ружье, я этим и займусь. У меня его нет. У кого оно? Я заплатил парню пострелять грызунов. Наверное, он его унес. Дон, люди боятся на улицу выходить, а ты позволил какому-то придурку ходить вокруг с ружьем? Он должен был его вернуть. Он вообще его не должен был брать. Как его зовут? Дэсси. Дэсси Тоннер. Дон! Как твой папа? Жить будет. Не расскажешь, для кого они? Для тайного любовника. Да? Поеду на кассу Фойерс. Брошу их в озеро для Джонжа. Хочешь со мной? У меня экскурсия. Ты там была? Место потрясающее. Я там работал летом. Да, ты мне говорил. Петри пытается вернуться к нормальной жизни. Удачи ему, потому что жизнь уже никогда не будет нормальной. Ты пойдешь одна? Я еду в дом Тоннеров, Лохсайт 22, чтобы изъять огнестрельное оружие. Вас понял. Иви? Иви, стой! Стой! Иви! Уйдите! Иви, стой! Нет! Иви, стой! Оставьте меня в покое! Уйдите от меня! Нет! Зачем ты это делаешь со мной?
Отвали! Ты влезла в мой дом! Ты рассказала полиции о фотографиях! Я не говорила ничего! Говорила! Ты хочешь знать, что случилось с Беттон? Хочешь? Я покажу, что с ней случилось! Лох-Несс. Ну что, все собрались? Итак, патологоанатомы сделали свое дело. Помните сердце? Радиоактивные изотопы сказали, что его владелец родился в 1964 году. Еще они указали, где этот человек вырос. Мне нужен список мужчин, которые родились на этом отрезке побережья в 1964 году. Волос, найденный в фургоне этого человека, совпадает с сердцем, найденным на берегу. Это не убийца. Думаю, это первая жертва убийцы. Я в нее не сяду. Если бы я собирался тебя убить, думаешь, я не нашел бы места получше? Что я такого сделал, что ты меня так ненавидишь? Вы больной. Что я сделал? Говори! Вы трогали мою грудь! Что? Это был обычный осмотр! Нет, вы слишком долго это делали. Я все делаю тщательно. Вы извращенец. Моя жена только что умерла от рака груди. Думаю, поэтому я и делал все очень тщательно. Постойте. Жди здесь. Мари, когда ты собиралась сказать, что Лейтон Томас убил двоих человек? Десси пойдет на пользу, если в доме будет мужчина. Ты считаешь меня настолько отчаявшейся? Нам нужно поговорить. Нет, отстань. Мари, извини, но нам необходимо поговорить о Десси. Тогда делай это быстро. У него сейчас ружье. Ну и что? Почему ты вообще об этом говоришь? Десси взял у Дона МакГрелли... Извини, это было грубо. Десси взял у Дона МакГрелиша ружье. Я должна найти его. Я должен ее увидеть. Почему вы не позволяете мне ее увидеть? Нет. Нет, ей нужно в больницу. Нет, у нас уговор. Мы столько пережили. Ты не откажешься от всего сейчас. Все изменилось, это чрезвычайные обстоятельства. Ты врешь. Я могу посадить тебя в тюрьму. Мне все равно. Я не стану больше врать. У меня свидетель в машине. Ее? Ты привез ее? Вы не беременны? Ты совершенно спятил. А где ребенок? Она и не была беременной. Уведи ее отсюда. Беттон! Заткнись! Что вы с ней сделали? Все в порядке, Иви. Все в порядке. Беттон.
Это ты беременна? Прости. Я не хотел, чтобы дошло до такого. Нет. Нет, он врет. Вашей дочери нужно в больницу. Ты думаешь, мы это все делали просто так? Этот ребенок мой! Такой был уговор! Ты воспользовался нами. Ты обесчестил мою дочь. Нет, неправда. Я молилась о наставлении, а это было ответом Бога. Когда я была в душе, у меня, кажется, отошли воды. Ты родишь моего ребенка здесь. Нет, наш ребенок может умереть. Мы едем в больницу. Если он умрет, на то воля Божья. На то воля Божья. Я потеряла троих детей. Троих прекрасных деток. Прости, мама. Пойдем. Тише. Нужно дать этому шанс. Наш первый внук. У меня не отошли воды. Я солгала. Нам все равно нужно поехать в больницу. Да. Да, чтобы тебя проверили. Что он с тобой сделал? Иви. Я люблю его. Пожалуйста. А где он? Поехала на дамбу с колледжем? Наверное. Как там Алан? О, намного лучше, спасибо. Пользуется ситуацией. Энни, мне нужно ехать. Конечно. На работу? Нет, на свидание. Он убийца, но кто я такая, чтобы перебирать? Закроешь за собой дверь. Ладно, слушайте. Миссис Андерсон не смогла повести вас сегодня, так что, боюсь, вам достался я. Я знаю, знаю, так несправедливо. Я в доме Десси Тоннера. Я нашла улики, связывающие его с убийствами Джонжа Паттерсона и Найла Свифта. Еще я думаю, что он везет ружье на дамбу. У нас человек с огнестрельным оружием, который, по всей видимости, связан с убийствами. Объявите перехват Десмонда Тоннера. Белый, 18 лет. Не приближаться. И немедленно вызовите группу захвата на Лохнафойскую гидроэлектрическую дамбу. Джейсон. Глядите, Дэзи взял свой мешок для кёрлинга. Ты ошибся днем, придурок. Кёрлинг на следующей неделе. У меня игра после этого. Оставь его в автобусе. Его украдут в автобусе. Дай нам посмотреть. Я понял, это коллекция фалоимитаторов его мамули. Закрой рот, придурок. Ты пожалеешь. О, да я уже описался от страха. Оставь его в покое. Я? Лучше с этим психом говорите.
Вперед! Я поеду за старшим инспектором Квигли. Я нашла это в спальне наверху. Ладно. На гидроэлектрической дамбе находится вооруженный человек. Внимание всем подразделениям. Там находится учитель и 14 учеников. Черт. Брать подозреваемого Десси Тоннера с предельной осторожностью. Я приближаюсь к дамбе. Время прибытия группы захвата 30 минут. Повторите, пожалуйста. Черт. Нет сигнала. Посмотри на это. Кто-нибудь видел Десси Тоннера? В последний раз я его видела внизу. Уже нашли Десси? Нет. Старший инспектор Квигли ищет его внизу. О, черт, нет. Квигли? Сюда. Боже. Где Десси? Я не знаю. Мы должны подождать. Нет, нет, я могу с ним поговорить. Я знаю Десси. Мы должны остановить его. Иви здесь? Нет. Она не изучает этот предмет. Боже.
Десси. Это Энни. Ладно. О, Господи. Мертв. Он жив. Киран? 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 Оставайся с нами. Это Энни. Не теряй сознание, Киран. Слушай мой голос. Я держу тебя за руку. Все будет хорошо. Лохнесс. Вы что-то хотели, сэр? Я со старшим инспектором Квигли. Хорошо. Что ты здесь делаешь? Я ехал за сиренами. Так что двое мертвы? Кто это сделал? Десси Тоннер, у него были орудия убийства в комнате, 18 лет. Ты ошибся, Блейк. Десси Тоннер? Нет. Не может быть, один? А как же Петри? Даже после такого тебя больше волнует спасение репутации. Просто признай, Блейк, ты ошибся. Ты думаешь, Десси Тоннер связал Найла Свифта, вытащил часть его мозга и отнес на край скалы? Это не почерк подростка. Да, Десси Тоннер – одинокий и странный парень. Идеальный объект для манипуляции, только посмотри на него. Играет в отца, он в своей стихии. Уходи, Блейк. Он втирается в доверие к уязвимым подросткам, использует их секреты против них. Не вешай мне лапшу на уши. Денни! Уведи его! Все нормально, я ухожу. Все равно, что оса в заднице. Позвони мне, когда накопятся вопросы. Ты же моя подруга. Почему ты не сказала мне? Потому что... ты такая наивная. Я наивная. Ты беременна от мужчины, которому за 40. Ему 32. Который мечется после смерти жены. Два человека погибли на дамбе. Вроде бы кто-то привез ружье. Ладно, хорошо, побудьте здесь. Иви! Мам, я слышала о дамбе. Мар говорит, погибли двое. Это кто-то из колледжа? И что с Кираном? Киран был ранен. Что значит ранен? Дорогая, в Кирана стреляли, но с ним все будет хорошо. Она просто нечто, да? Ангусина. Даже ходила в перевалку, она меня полностью одурачила. Наша семья на фоне этого выглядит нормальной. Ты уже собираешься вернуться на работу? Ну... ты же учил ее управлять катером с 5 лет. Я не знаю. Нужно всем показать, что Лохнафой открыт для бизнеса. Мы должны постараться. А ты не думаешь, что Лохнафою нужно время поплакать и покричать, и почувствовать себя в полном дерьме? К
Хотя цель собрания — подвести черту под этой трагедией, есть вопросы, на которые нужно ответить, чтобы люди могли поставить в этом точку. У нас есть улики, связывающие Десмонда Тонера с убийствами Найла Свифта и Джонджо Паттерсона. А вот это нашли в телефоне Тонера. Это связывает его с сердцем на берегу. Давай, Джонджо! Ну, как выглядит? Хвост должен быть длиннее. Какие мотивы были у Тонера? Мы знаем, что его третировал Бакстер. Мы знаем из разговоров студентов, что он был влюблен в Кирана. Мы знаем, что Киран его отверг. Я знаю. Какой был мотив убийства Свифта? Убийство Джонджо. Джонджо, иди сюда! Иви, каким Джонджо был в колледже? Он ладил с мистером Петри? Мистер Петри классно к нему относился. В смысле классно? По-доброму. Мистер Петри задавал тебе довольно личные вопросы о твоем отце. Да. И ты не возражал против такого? Он пытался помочь. Он расспрашивал меня о Бакстере. И что бы я сделал, если бы хотел отомстить? И что бы ты сделал? Что бы я сделал? Ну, я... Я правда не знаю, почему он задал этот вопрос. Ладно. Впервые его заметил Святой Колумба в 565 году нашей эры. А вот я его увидел... Когда мне было 10 лет, я придумал байку о том, что видел лохнесское чудовище. Смотрите! Чудовище! Смотрите! Чудовище! Смотрите! Найди сайт «Адмирал-3Икса» и получи 1000 рублей на игровой счет. Если думаете, что станет легче, легче не становится. Он отец ваших детей, так ведь? Мари Тонер отказывается со мной разговаривать. Выясните, что она знала. Возможно, она его покрывала. Ее сын убил 4 человек. Почему ты всем говоришь, что Десси Тонер действовал не один? Я не верю, что он убил Найла Свифта, и сомневаюсь, что он убил Джонджо Паттерсона. Это было в кармане. Почему так смотришь на меня? У тебя был роман с Найлом Свифтом? Здесь был Крэг Петри. Возьми трубку! Я видел его в доме. Насчет комнаты Десси не знаю. Не совсем. Мне помогли. Прекрати врать ради всего святого! Он знал, что сделает, если сорвется! Улики были ошибочными! Нет, нет, нет! Именно поэтому я тебе не говорил. Я прослежу, чтобы все узнали, как вы напортачили. Мне очень жаль. Эй! Кого ты защищаешь? Я знаю, каково это. Умолять о втором шансе. На русский язык сериал переведен и озвучен Байбако ТВ.